Минздрав сегодня официально опроверг слухи о закрытии городской поликлиники номер 2 в Ярге и Ухтинской физиотерапевтической поликлиники. Фейковые сообщения начали распространяться через соцсети, потом подхватили них некоторые СМИ. Как нам сообщили в официальном ведомстве, вопрос, вызвавший резонанс, даже не обсуждался. Рассматривается лишь вариант присоединения обоих учреждений к Ухтинской горполиклинике, как это уже было сделано в Сыктывкаре. При этом процедура не подразумевает сокращение врачей и объемов медицинской помощи для жителей Ухты. Учреждения будут работать и развиваться и дальше, а пациенты будут получать всю помощь в полном объеме.